судей гражданской коллегии Балаковского районного суда закончился отчетный год, и сегодня на пресс-конференции были подведены итоги их работы. Так, за это время поступило 6500 заявлений и исков от граждан, из них 5500 дел были рассмотрены. Качество рассмотрения 98%, это значит, что 98 решений из 100 оставлены в силе областным судом. Среди резонансных и объемных дел заместитель председателя районного суда Павел Назаров назвал несколько. Также Павел Назаров обратил внимание на ветхое жилье. Множество заявлений поступает от граждан, которые покупают за бешеные деньги пылесосы, наборы кастрюль, косметику, а потом, понимая, что попали на уловки продавцов, решают с ними посудиться. Но доказать навязывание товаров бывает сложно. Бывает, что наказание назначается в виде исправительных работ, и журналисты поинтересовались, где же его отбывают. В этом году саратовские судьи становились героями публикаций в региональных СМИ, причем эти статьи не всегда были положительными. Как обстоит дело у нас? Рассмотрением гражданских дел в Балаковском районном суде занимаются 10 судей, и журналисты поинтересовались, успевают ли они справляться с потоком дел. При этом текучки кадров в Балаковском районном суде практически нет. Наверное, потому что такой темп работы выдерживают только те, кто действительно предан своей профессии.